Приехали в Костко, но очередь как обычно, правда, мы зашли без. И у нас вчера уже не пускали, вас до меня не пустили без маски. У меня маски с собой вчера не было, потому что с 27-го объявили правило, что без маски не ходить. Уже вроде как конец пандемии, объявили, чтобы все в масках ходили. Вот, а вчера было 24-е только. Дали мне на входе вот такую маску. Это капец. В ней дышать нечем. Абсолютно. Я не знаю, меня вот... Может, у меня это какие-то там ментал проблемы. У меня не... Ограничения для меня это вообще хуже смерти. Не люблю я, когда меня ограничивают. И, может быть, это... Я в ней дышать вообще не могу. Я сейчас хожу... Костка, вот так ее оттягиваю все время за это, но невозможно дышать, мне аж плохо становится уже, аж вот темнеет в глазах. И Сережа остался там ждать пиццу, заказал 7 минут, а я говорю, дай мне ключи, я уже пошла на воздух, потому что невозможно. Не знаю, насколько это все продлится, такая дуристика. Дети ходят без масок маленькие, взрослые, значит, маска должны закрывать лицо. Ой, кошмар. Когда разгар был, этого не было, таких правил. Сейчас вроде как на спад все это, но, видимо, боятся, чтобы оставшиеся не делали вспышки. Но у нас хорошее сделали, как тоже правило, что закрывать районами. То есть, где вспышка будет, там ограничения делать и, может быть, закрывать районы. Ну, в общем, это хорошая идея, да. Но когда вот так вот ходили без масок, я вообще первый раз в жизни надела маску за все время. И тогда вот дантиста была, мне дали маску внутри, я в ней сидела. Я сидела и поняла, что дышать невозможно. И сейчас вот второй раз я надела эту маску, но это невозможно, это нереально. Это вообще такое ощущение, что хотят, чтобы вообще народ никуда не ходил. И то есть больные люди, они не могут маски носить. Допустим, с астмой человек, да? Как он может маску эту надеть? То есть ты должен вообще онлайн все сделать, онлайн шопинг, онлайн работа, онлайн там все остальное можно онлайн, да, и поменьше общаться, и поменьше группироваться, и поменьше выходить куда-то и так далее. Как будто вот такое вот проскальзывает такая идея, что вот это вот такое вот создается, какая-то перекройка мира. Но не знаю, как вам кажется, пишите. Ваше мнение. Вот мое мнение такое сложилось. Какая-то несуразица, какая-то вот какие-то такие непонятки, замутки. Вот что-то такое вот непонятное, какой-то абсурд. Какой-то абсурд. Не знаю. Как вам моя идея? Как вам мои мысли? Как вы вообще сами об этом думаете? Люди устали бояться, люди идут на улицу, люди садятся и начинают говорить об этом. И врачи многие говорят, и те, кто на Ютубе появляется, что он говорит, да, больницы пустые, а смерти приписываются, численность вот эта. Их закрывают. Были мы в Костко, я там записала видео, не знаю, у меня прервал звонок, возмущалась насчет этих масок. В общем, получается, когда разгар пандемии был, хотели ходили в масках, хотели нет. А сейчас, значит, когда уже на спад все цифры, вроде как улучшение и так далее, ввели в обязательном порядке носить маски в общественных местах. Ну, чтобы народ, я так понимаю, лишний раз никуда не ходил, заказывал все по интернету. Вот. В маске я задыхаюсь, но не могу я в этой маске. Я и такую попробовала, и такую попробовала. И Сережа говорит, давай платок, может, какой-то там легкий такой завяжешь. Бесполезно, не могу. Вот. У меня какая-то это паранойя, наверное. Вот. Ну и что, я буду теперь все в онлайн. Я вообще больше по магазинам не пойду, пока эта вся дебилистика не закончится. Вот, и мне там комментарии понаписали такие. Значит, не хотите, не смотрите, я же не заставляю.
и тюль-то неправильно я произношу, и там и гардины-то не так, и не так я говорю, и не так, и я неправильно говорю. И зачем это вы тут время тратите? Зря я вас посмотрела. Вы смотрите меня, а я трачу ваше время. Так вы не смотрите, вам кто? На мне, я всегда говорю, на мне свет клином не сошелся. И миллионы сейчас блогеров всех дел. Вы приходите, смотрите, значит, и не лень писать эти комментарии, время тратить на это. И меня же обвинять, что я ваше время трачу. Ну, шутку я оценила, я люблю тонкие. Сделала маникюр, педикюр себе. Не люблю ходить по салонам, почему-то я брезгую. Не знаю, что-то как-то мне. И вот всегда сама. Мне нравится такой лак. Ну, на ножках покрасила, думаю. Ноги не открываем, ну, холодно здесь. Ну, думаю, все равно как-то настроение придает. Купила вчера в Коско мясо вот такое беру. Свинину. Это самая жирная свинина, что можно найти. И она без шкурки. Брюшки. В Теско, когда берешь, там со шкуркой ее приходится обрезать. А здесь без шкурки и толстый слой вот жира побольше. И мне очень нравится. Я покупаю большую упаковку и раскладываю на порции. Вот также я беру там бедрышки, филе бедрышек курицы. Куриные. Тоже раскладываю их. Цена 4,65 за килограмм. Вот. И очень удобно. Без косточек. Хорошо идет и на шашлык. И в духовке делаю с маринадом. Ну, в общем, тоже раскладываю. Сейчас разложу на порции. Наверное, надо было две упаковки взять. Но еще раз скоро поеду. Думаю, еще куплю, потому что они у нас быстро очень уходят. И на работу Сережа берет с собой, делаю. И, ну, в общем, и они вкусные. Прямо без косточек. Я не знаю, что мы подсели прямо на них, на филе. Так, вот разложила мясо. Это у меня животики. Да, получились вот столько, по две штуки в пакете. Это у меня куриное филе. Столько у меня получилось. Положила назад в лоток, так и положу в морозилку, чтобы не искать. Здесь подписано. В общем, я стараюсь подписать всегда, потому что приходится разворачивать. Ну, не помню, забита морозилка, вытаскиваешь, что там в пакете. Люблю подписывать. Вот, а остальные куриные филе я замариновала сейчас. Налила соевый соус. Немножко вот такого соуса для остроты. Такой вот у меня оставалась приправа для курицы. И вот такую приправу беру. Очень мне нравится в Коско. Здесь в основном соль и перец. Ой. Соль и перец. И плюс еще там сухой укроп, кориандр, семена, чили семена. Ну, в общем, такое все. И очень подходит ко всему. Прям мне нам нравится очень. Вот. И еще добавила гусиный жир. Потом сейчас все это положу на противень и зажарю на высоком огне в духовке. Получится ко всему можно и покушать, и с собой на работу взять. И ну, очень удобно. И потом, если остатки какие-то остаются, кусочки, можно сделать салат, порезать салат. Также, ну, в общем, мясо. Ну, не мясо, конечно, птица, но я так называю. У нас очень в ходу куриные. Ягоду склевывает птица. Не успеваем отгонять. Что, тебе жалко, да? Конечно. Что ты снимаешь меня опять? Жалко тебе. Жалко, там их 5 штук, я хочу попробовать хоть нормально. Ты же пробовал уже, пусть они тоже попробуют.
Кислая, конечно. Я красную съел два раза. Хочу дождаться, когда шпили будут. Угу. Значит, надо так где-то, да? Может, отсюда еще один пойдет. Он уже пошел. Ага. Теперь, значит, надо, тогда это тоже надо убирать будет потом. Георгинчики. Один куст, да? Да высокий какой-то, люблю высокие кусты. Смотри, сколько цветов много. Вон, хороший кустик будет.